В зале агентства по развитию территории собрались представители старшего поколения педагогического сообщества. Это учителя разных учебных заведений города, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Несмотря ни на что, они остаются активными и полны энергии. Во вторник пенсионеры провели час здоровья. Ввиду плохой погоды пришли немногие. В другие дни собирается до 40 человек, говорит активный деятель Совета ветеранов Сулпан Максютова. Надо сказать, что все почти наши учителя встали на скандинавские палки. Мы все ходим ежедневно с палками, и нам очень нравится. И это движение у нас тоже началось вот здесь, именно у нас, на наших мероприятиях. А сегодня вот, к сожалению, пришло не очень много людей, но люди пришли. Ирина Щенникова в прошлом преподаватель ритмики и спортивной гимнастики. Любимой профессии она посвятила более 40 лет. Ирина Михайловна и сейчас в хорошей форме. И теперь проводит занятия для своих бывших коллег-педагогов. Для совместных мероприятий каждый старается найти время, говорит она. Ну а различные мероприятия нас, может быть, даже и образовывают. Где-то у нас хор идет, где-то у нас художественная самодеятельность. Танцуем на сцене, читаем стихи. А так вы дома сидели, да, скучали вы, наверное? Нет, у меня дома дел полно. Дома я творчеством занимаюсь. Я вышиваю и бисером, и крестиком, и вяжу с удовольствием. А сейчас флористикой занялась. Кроме спортивной зарядки, дамы провели интеллектуальный конкурс. Такая встреча – лишь малая часть большого плана, составленного на весь год. Это будут часы поэзии, концерты, встречи и другие мероприятия. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин. Новости.